чтобы предвидеть, что в России будет кризис, не надо быть никаким экспертом. Ту экономику и ту модель, которую выстроили за последние 20 лет, неизбежно она рухнет. Вопрос только времени, когда. У нас огромная армия чиновников, полицейских и различных клерков, которые продают воздух. Все, что сегодня мы делаем, это экспортируем нефть и газ. Это все наши доходы. Уровень нашего производства падает. Все, что мы едим, привозят к нам практически все из-за границы. Сельское хозяйство рухнуло. Я вот когда был в юности своей, ездил в Костромскую область. Там даже небольшие села насчитывали большие стада коров, коз, овц. Сейчас ничего этого нету. Сейчас все считают, что можно где-то работать на какой-то технической работе, и все привезут с Москвы, а Москва купит на Западе или, в лучшем случае, в Белоруссии. Ну, неизбежно. То есть эта модель самая рискованная в момент кризиса. Мы себя не обеспечиваем ни едой, ничем. Будет голод просто.